Бамбута и Колумбия представляет телесериал «Тихие воды». Не слишком ли поздно, чтобы пить одному? А не слишком ли поздно, чтобы появляться в баре? Он уже закрывается. Я пришла только ради тебя. Ты не перестаешь меня удивлять. Пригласи меня. Но не выпить. Пригласи меня к себе домой. У меня снова появилась потребность в любви. И мне нравится, как ты это делаешь. Но помни, Фернандо, без обязательств. Всегда без обязательств. Как я выгляжу? Как видение. Как то, что может испариться. Я действительно должна испариться. Не люблю, когда меня застает день в чужом месте. Ты не должна считать это место чужим. Оно твое, потому что оно мое. Не отдавай так легко то, что принадлежит тебе, Фернандо. Особенно человеку, которого ты почти не знаешь. Странно, вечером одна моя подруга сказала почти то же самое. Но это не важно. Тебе я бы без колебаний вручил все. Днем ты еще прекраснее, чем вечером. Жаль. Ты знаешь, что я ночная птица. И привыкла видеть своих любовников только ночью. У тебя много любовников? Было много. Но тебе незачем беспокоиться. Они все умерли. Поэтому я предпочитаю, чтобы ты не называл меня своей любовницей. Кем же я должен тебя считать? Своей подругой. Хорошей подругой. Друзья не подвергаются опасности. Они намного искреннее и надежнее, чем любовники, которые со временем становятся ужасно властными. Наверное, как любовник. Ты властный и ревнивый? Это так. Поэтому ты должен считать меня своей подругой, если ты меня ценишь и не хочешь потерять. Я не хочу тебя потерять. Я тоже. Потому что ты мне нравишься. Ты мне пришелся по душе с момента нашего знакомства. Я не хочу, чтобы ты исчезала. Не пытайся меня удержать, Фернандо. И ничего не проси. Пусть все идет своим чередом. Так мы сможем наладить прекрасные отношения. Без давления, без эгоизма. И никогда не проси меня стать твоей любовницей. Помни, что все мои любовники умерли.